Заброшенный стадион около 66-й школы через пару лет изменится до неузнаваемости. Депутаты городской думы позаботятся о том, чтобы уже в этом году были выделены средства на подготовку проекта сметной документации и очистку территории от зарослей. На протяжении 20 лет эта площадка была бесхозной. Некогда установленное спортивное оборудование стало представлять для детей серьезную опасность. Теперь, когда земельный участок закрепили за школой, стало ясно, что скоро давняя мечта превратится в реальность. Конечно, мальчишки хотят видеть хороший стадион, хорошее поле футбольное. Хотят, чтобы на стадионе была игровая площадка для волейбола и баскетбола. Дети поменьше хотят, чтобы для них была благоустроенная, оборудована игровая площадка. К реализации проекта планирует подключиться и Ивановская областная дума. Из регионального бюджета в рамках исполнения наказов избирателей будет выделено около 2 миллионов рублей на устройство современного спортивного объекта. За счет этих средств делают освещение и подготовят площадку под футбольное поле. Без поддержки областного бюджета нам не обойтись, и депутаты областной думы предпримут усилия и изыщут средства для того, чтобы поддержать городской бюджет и чтобы эта площадка как можно быстрее выросла вот на этой большой территории. За благоустройство стадиона ратуют и местные жители. В ближайшей округе нет подходящих площадок, где смогли бы играть дети. Но жители соседних домов переживают, что негде будет выгуливать питомцев. Заброшенная территория стадиона прекрасно подходила для этих целей. Ну, это, конечно, хорошо, потому что здесь заросли, здесь ходят, бомжи и выпивают здесь. Конечно, лучше, чтобы детишки гуляли, но чтобы и нам было где погулять. Может, какое местечко маленькое нам отведут. Чиновники обещают, что вопрос с выгулом собак без внимания не останется. Территорию распланируют так, чтобы места хватило всем. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.